Здравствуйте, пишу обзор на гитару Барни. Значит, это Олдсью период, точная копия бриллианта на башке. Значит, из особенностей, значит, все здесь родное, за исключением, значит, бриджа. Бридж поменен на свеженький, made in Japan, тоже готах, вот, тоже японский. То есть как бы все адекватно, все остальное как бы родное, да, насколько я вижу. Здесь, значит, лады закатаны в бендинг, лады просто в идеале, как будто практически и не играны. Удивительно вообще. Так, значит, здесь сколик, на сайте посмотрите фотографию. Так, достаточно свежий инструмент. Звук, в общем, мне очень понравился. Слушаем. Басов потрескивает, но это не как бы не сама гитара, само собой. На басах лампы менять надо, ну в общем, ну и действительно здесь басов до дури, может быть просто обивка резонанс входит, в общем. Сустейн огромный, значит, удобства отличные, гитара хорошо сидит в руке. Всему грифу все ровно по звуку. Задачка. Инструмент сам на таком играл лет 5. Вот, слушаю на драйве.
Впечатление, что включен сустейнер, вот, и как бы все, на самом деле все напрямую в ламповый комбик, без всяких примочек, то есть по сустейну все слышно, вот. Сложно, в общем-то, что-либо говорить по этому поводу. Ну, все как бы прелести Les Paul. Опять же, цена весьма умеренная, она выше, чем стандартная как бы цена за грека и так далее. Но в целом за так скажем, безупречность там оценка небольшая. И в принципе состояние идеальное, вот, за исключением вот этого сколика. Ну, в общем, дерево не повреждено, лак только. И окантовка как бы можно подкрасить там и так далее, все сделать, кому это актуально. Я вообще ничего не трогал, вот. Лады здесь в идеале, в общем, игровые качества все отличные. То есть, кто ищет такого рода инструментик, думаю, будет полностью удовлетворен своим потребностям. До свидания.